Генпрокурор назвал врагом меня семьи своей. Я абсолютно рядовой человек, и нет никаких претензий, особо... Дальше проходим, прыгали
били ногами, дубинками били, да, я весь поврежденный. У меня тошнота, мота была, у меня болит голова. Я вообще еле дышу так, вот так вот. Я даже вздыхать больно. Вы не смотрите, что я так долго разговариваю. На самом деле, нет, уже была вызвана скорая и так далее и тому подобное. Я делаю публикацию, и мне ФСБ. Меня преследует два генерал-миллиардера. Генерал-миллиардер Качок и генерал-миллиардер Дорофеев, которые, кстати говоря, будучи начальником управления, гарантировали мне неприкосновенность, когда задерживал сотрудники прокуратуры опросами с помощью управления и передачи. Они преследуют меня и сказали, если ты будешь писать публикации, и сейчас сотрудник генпрокуратуры сказал, что СССР хочет дискредитировать органы. Да, я хочу дискредитировать. Потому что все эти ребята в голубых мундирах вот эти вот, их давно всех пора сражать за решетку. Откуда у них вот эти миллиардные замки? Мой дом, который я построил, у меня все декларации, все заполнено, каждая доска, каждый рубль, каждый кирпич, все было сделано по закону, и доходы, и налоги от крупнейших предпринимателей, и президент Советского Союза промышленников и предпринимателей. Вот за вас стоит Николай Николаевич Алексеев, отец моей жены проработал сколько на руководящих должностях, у него забрали даже дома, которые ему достались по наследству еще до революционной постройки. И так далее, и тому подобное. Сколько таких людей пострадало? Невозможно. Он никогда в жизни у меня не брал ни одной копейки. Он всю жизнь пропадал на золотых принципах в руководящих должностях. Все, что они делают, это месть за то, что я разоблачил генерала Качева. Я написал много публикаций о том, сколько воруется денег, о том, сколько получается взяток. И я еще сейчас в ближайшее время сделаю заявление о коррупции в 6-й службе УВД ФСБ. Конкретные факты, которые я могу подтвердить всеми документами на всех основаниях. Соответственно, генерал Качев, вы слышали все, что на видеообращении он говорил, что мы у тебя все отберем. Я говорю, за что вас будете, а не за что, если ты будешь бороться против славки и напишешь заявление об отставке, то мы тебя все посадим в тюрьму. Я говорю, за что в тюрьму посадить? Да ни за что, просто найдем за что и все. Но мы на любого, мы любых губернаторов сажали, любых олигархов. Приводил мне примеры по всем олигархам, по всем, как они их сажали. Ни за что, просто по политической воле или по какой-то еще коммерческой, по коммерческому заказу. Он слово мне говорил так, как произошло сейчас, что мы на тебя возбудим дела 9-летней давности. Постановление взяли, которое проверено судами, следствием, 7-10 отказов возбуждения дела. Два решения суда о том, что все законно, и федерального, и арбитражного. Все было законно. И вдруг через 9 лет они говорят, нет, а вот это незаконно. Мало того, я это постановление даже не подписывал. Я был в отпуске в этот момент, подписывал исполняющие обязанности. За что я сижу здесь, непонятно. То есть эти дела абсолютно фейковые. Ева Меркачева абсолютно верно назвала это дело фейковыми. А все, кто его возбудил и дальше его, так сказать, расследуют, давят на меня, это является врагами России. Вот так вот. Я цитирую Еву Меркачеву и Резника, и многих других известных людей, которые меня открыто поддерживают, в том числе видеообращение моей семьи, которое набирает многие миллионы просмотров. Вся Россия смотрит за моей историей. Вся Россия и пишет комментарии даже на тех негативных, которые делает РДР, «Звезда», все вот здесь стоящие, даже на ваших сайтах, они делают комментарии о том, что вы все врете, ребята, что вам надо проверять от других. Тишину, пожалуйста! Века. Да, вам надо забивать, кто у власти, кто у руля. Спасибо, что следователи будут сидеть в клетках, да, по судебным решениям. Посадят народ в клетке и будет возить по улицам, показывать. И детей они своих тоже не спрячут от уголовной ответственности. Тоже их достанут из Швейцарии, да, где бы они там не были, поганенькие дети. Сколько душ не загублено здесь, в этом суде, во всех судах Российской Федерации. Сколько незаконно осуждено здесь, у нас, в России, томится в тюрьмах. Вот на таких пустых, фейковых обвинениях, да. Кто будет отвечать? Они ответят перед законом, они ответят и весьма жестоко, и этот момент весьма скоро наступит, потому что у людей уже закончилось терпение, когда они являются миллиардерами, полковники-миллиардеры,
генералы-миллиардеры ФСБ, судьи, которые живут в отцах, непонятно, да, нашего обвинения. Оно лживое, да. Прошу покинуть зал судебного заседания. В связи с окончанием рабочего дня прошу покинуть здание суда. Всем привет! Счастливо, спасибо!